Победителем от благодарных потомков на кладбище в местечке Булино утром в четверг открыли скульптурную композицию советскому воину-победителю. Она заменила монумент неизвестного солдата, установленный на этом же месте в середине прошлого века. Прежняя скульптура была выполнена из бетона и постепенно разрушалась. Нынешняя трехметровая композиция, уверены создатели, простоит очень долго. Этот памятник сменил другой. И он еще раз подчеркивает, что память об этих событиях, об этих людях будет навсегда в наших сердцах, в наших душах. И мы гордо передаем эту память нашему молодому поколению. В торжественном открытии нового памятника приняли участие первые лица города и региона. Ветераны, кадеты, представители военно-патриотических клубов и объединений, общественники. Сегодня, благодаря инициативе военно-исторического общества, мы получили скульптурную композицию советскому солдату-победителю. Администрация города, депутатский корпус города горячо поддержали инициативу военно-исторического общества и выполнили все необходимые работы по установке данного памятника. На мемориальном кладбище в Булино захоронены 1706 бойцов и командиров Красной армии, погибших от ран в ивановских госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Скульптурная композиция, по мнению создателей, должна стать местом духовного единения, сосредоточием памяти о воинах-победителях. Мы исходили из того, что это место будет не только местом возложения цветов в праздники, но и местом, где можно помянуть всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, в любой день года. В завершении церемонии собравшиеся возложили к монументу цветы. В течение суток в регионе проходят торжественные мероприятия в честь Дня памяти и скорби, дня начала Великой Отечественной войны. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.